Приветище, это Сюпраленд, и мы продолжаем разгадывать эти песочные головоломки. Песочные, потому что мы находимся в огромной песочнице маленького паренька, которого мы считаем все богом. Вот, он создал нас, он собрал эту песочницу, на удивление, прикольную песочницу, ну и заставил нас разгадывать головоломки. В прошлой серии мы нашли нашу телепорт-пушку, но она, по всей видимости, сломана, потому что она не пускает шарик с телепортом, и телепортнуться я никуда не могу. Только вот эти зеленые шарики из нее вылетают. Вот. В общем, здесь мы все с тобой прошерстили, все нашли, что нам было интересно. Кстати, почему батарейки здесь нет? Мы же ее вроде бы поставили в прошлой серии. Вот это странно. Пойдем, короче, достанем батарейку, вылезем отсюда. И пойдем попробуем решить головоломки там. На той стороне, которую мы, по-моему, еще не дорешали. Отлично, вот она, наша батареечка, берем. И... сейчас, конечно же. Так нас и выпустили с этой тюряги. Все, валим! Вот так вот, чпуньк. Сюда, конечно же, мы кидаем наш шарик. Вот такой и... нет, не убежали, не успели. Чертовы врата. Вот так вот. Ну чё, я уже все локации обшарил, которые мне сейчас доступны, я в тупике. Я не знаю, что делать. Чё сюда, кстати, кабель идет? Ну-ка. Опачки. Лол. Надписи лол. Спасибо за тайничок, косточки соберем. Чё здесь у нас? Опять башмак плюс 3 дамага. Слушай, ну мы, в принципе, с тобой уже высоко прыгаем. Что если мы попробуем залезть вот сюда и... вот! Вот тебе и решение. Все, наконец-то. Мы продолжаем решать головоломки. Обалдеть. Я перелез сюда. Все, рыжики, прощайте. Я иду в Оранжбург. Что-то нам нужно сюда поставить. Три косточки затолкали и... что мы получим? Может туда запихнуть что надо? Нет, не надо. Если мы сюда что-нибудь положим... давай на кнопку нажмем. Так. И... не шиши. Ладно, пойдем нажмем вот эту кнопочку. Что она... ого! О... а, подожди, может мне сюда самому залезть нужно? Нет, я туда точно не влезу. Тут еще кнопочка есть. Сколько кнопок? Прыг-панель активировали. Понятно. Тут я могу открыть двери. О, шикарно. Приветище. Как у вас тут настроение? Полезли наверх. Посмотрим, что наверху. О, прикол. Наверху, в принципе... а, черт подери. Наверху, в принципе, тут ничего такого интересного. Ну, разве что я могу вон до туда допрыгнуть. Взять косточки. Но нет, не допрыгну. Да, мы сделаем по-другому. Получится ли у нас это? А, подожди, никакая труба нам не нужна. Мы можем залезть вот сюда, смотри. Во! Тут рычаг вставляем. Сюда притащить нужно оранжевый снаряд. Снарядик мне еще один выдайте, пожалуйста. Благодарю. Я его сюда вытыкаю. И у нас активировалась вон там прыг-панель. Но для чего она, фиг ее знает. Видимо, для МакГаффина. Вот теперь я могу запрыгнуть сюда. Взять косточки. Шикардос. Так, решаем и ломаем голову, что нам нужно сделать здесь. Тут есть дверь, которая активируется при выстреле МакГаффина. О, рыжик еще один стоит там. В красном кимоно. Косточки, это шикарно, конечно. Я могу, в принципе, спрыгнуть вниз, но вероятность того, что я сюда запрыгну, будет очень мала. Знаешь, что я заметил? Что вот эта кнопка активирует прыг-панель и одновременно вот эту фигню. Так... подожди-ка. Давай я нажму сюда. А-а-а, вон оно что. И МакГаффин нам не нужен. А если я сюда просто шарик пульну? Он, в принципе, же тяжелый, да, у нас? Шарик, стой. Стой. Он у нас весит 104 килограмма. Вот, отлично. Пускай он будет тут. Пушка у нас стреляет. Шикарно. Тут у нас прыг-панель работает. Куда она у нас запрыгнет? А, вот сюда. Все, теперь я понял, зачем эта прыг-панель нужна. Мы должны быстрее... вот этого снаряда, да, долететь туда, опа. И, я забегаю, чуть-чуть не успел, но что ты будешь делать? Давай-ка вот так вот, я подпрыгну, кидаю, бегу, промахнулся. Эх. Еще разок. Оп, бегу. Я успею. И, ну что ты будешь делать? Нет, видимо, нужен другой подход. Все, я понял, как это работает, смотри. У нас же шарик тяжеленький, соответственно, он под своей тяжестью будет катиться. Короче, пуляем вот так вот. Он катится.
И... Давай. Сейчас получится. Есть, мы забежали сюда. О, лесоруб. Здорово. И у тебя тоже есть этот плюмбус? Ясно. Что тут вам нужно? Вставили косточки, построили вот эту штуку. Опа. Силитоны, здорово. Давно я вас не шпынял. Куда ты полез, а? Это мои тут изобретения. Изобретейшн. Так, что у вас здесь есть? В общем, нам нужно с тобой... Тут еще что-то есть. Давай откроем. Опа. Проходик появился. Ништяк. Короче, нам с тобой нужно пустить шарик здесь. Который... Провод куда ведет? Откроет вот эту дверь. Пускаем шарик. Бежим сюда. Опа. Открылась дверь. Зашли. Здесь еще может дверь открыться. А, подожди. Вон я косточки сюда могу воткнуть. Ну-ка, втыкаем косточки. А, вот, и он будет теперь кататься туда-сюда, как скейтбордист. Бежим. Дверки открылись. Давай, шарик, давай. Красавчик. Только меня чуть дверью не зашибло. Еще разок. Вот, наконец-то я попал. Эта дверь на 2 секунды открывается при нажатии этой кнопочки. Что мы тут имеем? Окошечко, я в домике, ребят, смотрите, где я нахожусь. Еще нужно открыть вот эту дверь, но как? Возможно, шарик нам поможет. Я надеюсь на это. Шарик. Шарик. Шарик почти сдох. Последняя попыточка, и я залез. Я залез. Отлично. Сюда можно что-то положить, и мы активируем прыг-панель. Ага. Так, хорошо. Давай сюда положим этот шарик. У нас тут наверху что-нибудь есть интересненькое? Кости. Я вижу кости. Кости, это хорошо. Забираем их. Так, ну что? Пора, наверное, слезать отсюда, да? Но не просто так я хочу слезть, я хочу вон туда допрыгнуть. Получится у меня? Получится. Тут что-то есть. Я прям чувствую. Конечно же, сундучок. И кости. Что у нас тут? Опять плюс 3 дамага к моим башмакам мощным. Что ж, выбираемся с этой конструкции лего. Слава богу, тут есть проходик. Тайничков тут нету? Не, вроде бы нет. Ну и вот, давай теперь проверим. И увидим, и узнаем, зачем нам нужна вот эта штука. Куда она вообще будет пулять? Ой, зря я сюда... Хотя... Нет, не зря. Там еще есть рычажок, для чего он? Давай активируем. А, вон оно чего. Я раскрыл эту расщелину. Трещина разошлась под моим взором. Так, ребятульки. Буги-буги, танцпол. Разорвали мы этот танцпол. Собираем косточки. Что мы тут имеем? Явно какая-то потайная дверь. Нужен МакГаффин. Красный шарик наш. Может быть, кстати, может быть... Нет, так не прокатит. Эх, блин. О, чаша с травами или с чем это? Можно сюда прыгнуть? Ого. Прикольненько. Кнопочка. О, чувак, здорово. А ты что тут забыл? Никто не найдет меня здесь. Блин, это же Рик и Морти. Помнишь, когда они в чан... когда они в чан, короче, упали с кислотой? Так, открываем дверь, а здесь тоже кости, которые выплыли наверх. Ну да, в Рик и Морти тоже это было. Прям такая серьезная отсылочка к Рик и Морти. Походу, нам теперь нужно бежать вот сюда. Вот это туннель. Вот это большущий туннель, обалдеть. Давненько по таким не бегал. Масштабы, масштабы. Куча скелетонов, которые сейчас на меня сагрятся. Хорошо, что нету еще магов. Ребята, давайте всей толпой повеселимся. Иди сюда. Вот так, отличненько. Красавцы. Где-то еще один. Опа, виола. Готов? Готов. Янтарь валяется ли это золото? Похоже на метеорит, да? Вот тут что-то упало такое. Но самого метеорита нету. Кнопки есть. Кнопки, для чего же кнопки? Ну-ка. Нет, так не работает. Пойдем глянем, что в этой коробочке. Что-то тут-то должно... О! Так, шарик. Не выручишь ты нас, походу. О! Получилось! Но это не дало никакого эффекта. Угу. У нас тут есть еще батут. Точнее, матрас прыгучий. И кажется, я знаю, что делать. Во! Получилось. Так, подожди. Давай-ка здесь попробуем. Есть.
Ага. Блин. А тут овраг. Как с ним быть? Как с ним быть? Тут мы не достаем. Хм. Ладно. Вот тут еще можно подняться. Что у нас тут на горочке? Любопытненько. На горочке мы тоже никак не достанем. Можем залезть на лампу. Там он еще интересно, какая-то фигулина. Сейчас если мы попробуем прищепку использовать как трамплин. Ну-ка. Опа! Кажется, это работает. Еще разок. Так, есть контакт. Двери открылись. Пойдем сюда. Еще куча прищепок. Походу, зачем нам столько прищепок? Что нам с ними делать? Мог бы я их таскать, тогда другой разговор, но не слишком тяжелый. Давай попробуем запрыгнуть наверх. Может, нам это раскроет какую-то тайну. У-ху-ху! Кости и сундук. Что тут? Что тут? Максимум здоровья плюс 5. И костяшечки, конечно же, заберем. Ну, в принципе, не так уж и сильно нам помогли эти прищепочки. Так, смотри-ка. Вон там вон есть паз для красного шарика. Пойдем-ка спустимся. Красный шарик. Я за тобой вернулся. Кажется, ты мне нужен. Короче, план поменялся. Мне нужен еще один шарик оранжевенький. Сейчас мы залезем с тобой наверх, ставим там его в паз. А именно вот здесь вот. Потом развернем нашу мегу-пукалку. Вот так вот. Ага, там активировалось все. И по всей видимости нам откроются в антидверки. Так. Надеюсь, все сработает. Надеюсь, все получится. Вначале нам нужно повернуть вот эту вот платформу в эту сторону. И, в принципе, мы можем теперь пулять. Стреляем и смотрим. Так, она летит туда. Отбивается. И да, ништяк. То, что нам нужно. У-у, е-ху. Бежим сюда. А тут нам нужен красный шарик. Вот, сейчас мы его с тобой принесем сюда. Ну вот и наконец-то настал момент раскрытия тайны. Откуда же появился красный шарик? Я просто взял и перекрасил оранжевый. Для этого мне понадобилось всего лишь выстрелить в него. Вот и все. А теперь быстрее на ту сторону. Вот так вот вставляем. Отлично, что-то активировали, но непонятно что. Но ничего страшного, сейчас разберемся. Давай вначале сходим сюда, посмотрим, что у нас здесь. Опа. Допрыгнуть туда будет не так-то просто, но я сделал это. По всей видимости. Тут потайная дверь. Туда можно пробраться, если бы у меня был телепорт-ствол. Тогда посмотрим, что... О, Чунгачкук какой, викинг. Здорово. Ты кто такой? Здорово, я здесь пытался решить головоломки, но понял, что слишком стар для этого. Ага, ну ничего, да, я вижу, что тебя жизнь помотала, стрела в колени, это, конечно, мощно. Ты спартанец, что ли, или кто-то такой? Ладно, посмотрим, что ты тут не смог решить. Тут куча дверей, куча кнопочек. О, таймер. Сюда 12 костяшек нужно, а у меня их целых 21. Запуляем. О, маги появились! Обалдеть. Я их каждый раз призвать могу? Смотри. Еее, давай, маг. Дэнс, телепорт дэнс. Да, это круто. Ладно, сейчас я поднимусь и разберемся с тобой. Ай, не долетело. Ого, ты что, обурел, что ли? Палочку свою мне отдал. Косточки. Че, от него косточек даже не осталось? Ну вот. Подожди. Есть вероятность, что он мне нужен для того, чтобы активировать вот эти штуки. Так, пуляй в меня. Пуляй, я здесь. Давай. Так. А, не так. Повыше стрельни. Повыше. А, ну там плита мешает. Да, плита мешает. Нужно убрать вот эту плиту. Хорошо. Нужно убрать эту плиту. А если ты стрельнешь вот сюда... Какая-то странная штука. Очень странно. Так, активировали один. Активировали второй. Надо 4 штуки активировать, чтобы открылись вот эти двери. Понятно. Так, а ты тут что трешься? Есть электричество. Электричество, я знаю, что с ним сделать. Есть кнопочка, давай кнопочку. Сейчас, подожди. Вот так. А, платформа убралась. Вот, сейчас мы решим. Решим одну головоломку. Стреляй сюда! Отлично, спасибо. Что у нас тут? О,
Тут еще куча всякого. Всякого интересного. Может, я МакГаффин тут найду, а? Так, так, так. О, скелетоны! Скелетоны! Здоровенные башки. Здорово. Башки скелетонские. Тут что-то ржет. Ты че его пугаешь, а? Он отошел. Здрасте. А, это же тот доктор, который возле ракеты нас встретил. Спасибо, я убегаю отсюда. А это кто такой? Эти монстры здесь? Не, я их всех порешил. Вот сюда вот можно, кажется, залезть. Что тут? Это вода. А, это стекло. Опа. Есть тут кто? Сундук есть. Ух, сколько всего произошло. Что-то у меня не укладывается это в голове. Регенерация здоровья плюс 15. Здорово, теперь у нас есть реген. Это очень классно. Что еще мы тут имеем? Тупик. Тупик мы здесь имеем. Надо отсюда вылазить. Вылазить, вылазить, вылазить. А, во. Тут есть ступенечки. Ступенечки. Сейчас мы преодолеем тупик, по всей видимости. Сюда я могу стрельнуть шариком. Возможно, он что-нибудь нам там откроет. Но это не точно. Шарик, шарик, шарик. Куда ты катишься? О, на кнопочку, которая откроет эту дверь. Ну где ты там? Катись быстрее, блин. Есть. Отлично, спасибо. И что нам это дало? Нам это дало, дало, дало. Надо вот эту платформу опустить. Угу. Так, ясно. А чтобы это сделать, нам нужно выбраться на поверхность. Ух, посмотрим. Получится ли у нас это или нет. Так, мы что-то активировали? А что мы... А, платформу опустили, смотри. А, так все понятно. При помощи этой платформы я могу сюда выбраться. А это что делает? Это подъемник. Забраться сюда могу. Так, бежим, 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 бежим. Кажется, у меня скорости не хватает. Нужен, нужен, нужен. И есть, я успел. Да, я выбрался отсюда. О-о-о, крутяк. Ладно, чё, пошли за профессором. Ох, как тут жарко. Чё это там горит? Тут ничего. Двери закрылись за мной. Не говорите мне только, что тут сейчас ловушка будет, и на меня выбежит куча, куча скелетонов. Тут вода есть, точнее труба с водой. Есть разбитое стекло. Мы можем сделать вот так. Губка. Шикарно. Пойдем намочим ее. Губку намочили. И можем потушить костер, да? Ой, губка сгорела. Что-то пошло не так. Смотри, что могу сделать. Черный шар. Но на кой черт он мне сдался, пока непонятно. А еще нужно понять, как нам при помощи губки... При помощи губки... Затушить тот костер. Что мы можем сделать? А, все понял. Все понял. Смотри, как это делается. Я ставлю губку здесь. Вот как-то так. Главное, чтобы она не упала в костер. Теперь запрыгиваю на нее. И давлю. Вот так-то. Но кажется, там не до конца я потушил. Ничего страшного. Еще одна попыточка. Ну-ка. Все, мы все потушили. И мы... Что такое? Губка исчезла. Ну да ладно, не страшно. Кто-то за мной подбирает. Неужели, неужели мы пришли в город? Там синий чувачок стоит. Я его нашел. Хо. Ну точно, там он охрана стоит, смотри. Понятно, меня, короче, не ждут. Тут у нас что-нибудь есть? Понятное дело, мы сюда не попадем просто так. Шестеренки какие-то есть. Болтаются. По всей видимости, сюда нужна по-любому телепорт-пушка. Угу. Ну что ж, я думаю, что на сегодня мы остановимся. А в следующей серии мы обязательно войдем в Оранжбург. Ну а на сегодня это все. Спасибо, что смотрел. Не забывай подписываться, ставить свои лайки и оставлять крутые комментарии. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.